В течение месяца по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в городах Крыма прибывают ковчег с частицей мощей и икона Святой Блаженной Матроны Московской. Мощи привозят, потому что наши верующие православные, это все крымские, крестный ход с мощами Блаженной Матроны. Сегодня мощи привозят из Черноморского, до этого они были и в Евпатории. И практически во всех городах Крыма частица ковчег с мощами обязательно побывает. И все крымчане, и севастопольцы наши дорогие смогут помолиться перед мощами этой причудной святой. В Севастополе святыни встретили в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Крестным ходом ковчег с частицей мощей и икона Святой Блаженной Матроны были принесены в верхний храм Свято-Владимирского собора, где перед ними был отслужен молебен. Это великая радость для города Севастополя, потому что она дает возможность нашим дорогим севастопольцам приложиться и помолиться у этой частицы мощей. Нет разницы в том, что мощи находятся в Москве или же находятся здесь, в Севастополе, или еще в каком-то городе. Это мощи Блаженной Матроны. То есть Блаженная Матрона сама своим телом, своими святыми мощами приходит в город Севастополь для того, чтобы ограждать его от всякой скверны, чтобы помогать нашим людям избавляться от греховного, прежде всего, пленения, и тем самым избавляя их и от болезней, и от лишений, и давая им великую радость. Радость, прежде всего, увидеть Бога, радость увидеть то милосердие, которое не спасает по неизреченной своей любви Господь наш Иисус Христос. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.